Лучшие качества башкир, как и регулярной кавалерии, обнаружились в ходе Малой войны осенью 1812 года. Что такое Малая война? Это война партизанская, в которой регулярная армия, как правило, бессильна против нерегулярных формирований, то есть попросту партизан. Русская армия отступала. Военные роптали. Русак не рак, задом ходить не умеет. Однако 14 сентября Кутузову все же пришлось оставить Москву. Потеря Москвы не потеря России. Россия, матушка, всегда жить будет, братцы. Великая Россия, Святая Русь там, где мы. В планах руководства, прежде всего Кутузова, оставление Москвы, естественно, не входило. Кутузов столкнулся с положением дел, которые он уже не мог изменить. Итоги Бородинского сражения вынудили Кутузова, несмотря на противодействие многих руководителей штаба, оставить столицу в том смысле, что сохранение армии было более высшей задачей на сегодняшний момент, чем сохранение Москвы. Русская армия совершает так называемый Тарутинский маневр. Она переходит с Рязанского направления на Калужское и тем самым закрывает противнику путь к Калуге, так как именно там находились склады с оружием и продовольствием. Казаки Платова имитируют отступление. Маршал Мюрат преследует их в абсолютной уверенности, что перед ним вся русская армия. Русская армия с Рязанской дороги перешла на Калужскую дорогу, известный марш-маневр, это произошло ночью. Для того, чтобы показать присутствие русской армии, которая как будто бы отступает на восток, несколько донских казачьих полков и первый башкирский полк несколько дней имитировали русскую армию. Ночью жгли большое количество костров, нападали на французов, атаковали их, участвовали в перестрелках, поднимали пыль по дорогам. И затем уже под Бронницами, по указанию Кутузова, русский арьергард оставил свои позиции и ушел в Тарутинский лагерь. Перед Мюратом открылась пустая дорога, лес, отсутствие каких-либо войск вообще и сожженные костры. После чего он сообщил Наполеону, что русская армия исчезла. По сути, Платов ввел его в заблуждение. Ну, Наполеон просто сказал ему: дурак. Кутузов докладывал Александру Первому. В течение шестинедельного отдыха главной армии при Тарутине партизаны мои наводили страх и ужас неприятелю, отняв все способы продовольствия. Благодаря образу дубины народной войны, созданному Львом Толстым, принято считать, что упомянутые партизаны представляли собой отряды крепостных крестьян. Однако это далеко не так. В ходе войны 12 года произошел определенный перелом. Конечно же, на войну поднялось и крестьянство, и они создавали свои отряды. Иногда в литературе ошибочно их называют партизанскими. Это были на самом деле отряды самообороны, которые защищали конкретно свою деревню. Только за 6 недель стояния главной армии в Тарутино партизаны истребили и взяли в плен около 30 тысяч французских солдат и офицеров. В боях под Москвой башкиры себя очень хорошо показали. Они захватили много пленных, нарушали фуражировку, нарушали коммуникации противника. В отряде Винценгерода ставропольские калмыки очень удачно воевали. И донские казаки во всех отрядах тоже принимали участие. Самый, наверное, большой был вклад армейских партизан в том, что они нарушили и дезорганизовали тыл французской армии практически полностью. Снабжение было прервано. Это был большой вклад в победу русского оружия в 1812 году. Наряду с первым башкирским полком в Малой войне отличился и первый тептярский полк под командованием майора Тимирова. В многотомной работе «Историческое описание одежды и вооружения российских войск» военного историка Александра Висковатова имеется изображение того, как выглядели рядовые тептярских полков. С 1798 по 1819 год они вооружались и одевались так же, как и оренбургские казаки. Тептери – это сословие, которое первоначально было башкирским, и затем в него вливались народы Поволжья, пришедшие в качестве припущенников на башкирские земли. Тептери – это были башкиры, татары, чуваши, марийцы, мордва и удмурты. Это известно. Вот в тептярских полках большая часть людей были мусульмане, потому что по штату полагалась должность полкового мулы. К
середине 19 века в тептярском сословии состояла значительная часть башкирского этноса. Из тептярского сословия происходили лидеры башкирского национального движения – Ахмед Заки Валиди и Мулаян Халиков, ученые и общественные деятели Реза ад-Дин и Абдрахман Фахретдиновы, народный поэт Башкортостана Мустай Карим. Первый тептярский полк в отряде Дениса Давыдова тоже занимался партизанской деятельностью в Калужской губернии. Тоже очень удачно нападали на транспорты фуражеров французских. Затем тептяри участвовали в походе калужского ополчения генерала Шепелева. И в целом партизанская вот эта деятельность в Подмосковье, она была очень полезной. Партизанская война Подмосковья привела к тому, что русская армия в Тарутино смогла набраться сил, получить подкрепление и, собственно говоря, подготовиться к следующим сражениям, а французская армия ежедневно таяла. Армия Наполеона таяла на глазах. В сражении близ села Ступино первый тептярский полк и отряд калужского ополчения разгромил неприятельский отряд в 1200 человек, за что майор Николай Тимиров, прапорщик Мунасипов и Харунжи Ибрагимов были представлены к орденам Святой Анны третьей степени. Наполеон стоял в Москве, потеряв надежду на примирение с Александром и заключение мира на выгодных ему условиях. У него промелькнула мысль поднять против царя крестьянство обещанием освобождения от крепостной зависимости. Как-никак, 30 лет назад в России полыхала пугачевщина. Но вскоре он понял, что народ не примет воли из рук оккупанта. Поэтому он решил оставить первопрестольную. «19 октября французская армия начала отступление из Москвы. Прямой путь на запад шел по Смоленской дороге. Однако все окрестности вдоль нее были опустошены французами в период наступления. Поэтому Наполеон решил пойти южным маршрутом через Калугу. В числе войск, встретивших противника на Старокалужской дороге, был и первый башкирский полк. Командовал полком майор Лачин. А сам он теперь входил в состав партизанского отряда полковника Кудашева». Картина Агюста де Зарно «Преследование казаками отступающих французов» автобиографична. Он был солдатом армии Наполеона, но в 1812 году попал в плен. Считается, что в образе сброшенного на землю офицера он изобразил себя. В центре картины казак, пронзающий пикой француза. На втором плане башкир. Еще одного можно разглядеть в массе конников, окружающих противника. Свой уход из Москвы Наполеон не считал отступлением. Впоследствии он говорил, армия возвращалась в Смоленск, но это был марш, а не отступление. По словам очевидцев, император французов воскликнул: «Идем на Калугу, и горе тем, кто станет на моем пути». В Калуге были склады с продовольствием, поэтому Кутузов преградил ему путь под городом Малоярославцем. 24 октября 1812 года состоялось сражение под Малоярославцем, которое окончательно склонило чашу весов на сторону русской армии. Сражение под Малоярославцем трудно недооценивать. Несмотря на поражение, в общем, русских войск, и Наполеону удалось после многочисленных штурмов овладеть городом, тем не менее французы не были допущены к дороге на Калугу, что, в общем-то, было стратегической задачей наполеоновской армии, поскольку в Калуге находились основные базы снабжения, основные армейские склады. И Наполеон предполагал именно, что эти ресурсы позволят ему перезимовать в России. Отряд генерала Чаплица, состоявший из двух егерских, гусарского и драгунского, казачьего, калмыцкого и второго башкирского полков, 18 октября неожиданно напал на польского генерала Конопку и нанес ему поражение, убив около 100 улан и взяв в плен самого генерала и 250 нижних чинов и офицеров. «Вы не можете представить, ваше сиятельство, радости и удовольствия, с каким все и каждый из русских воинов стремится за бегущим неприятелем, и с какой храбростью наши воины, в том числе и казаки, и некоторые башкирские полки поражают их». Из письма Кутузова оренбургскому губернатору Волконскому.
Эти трудные, но в то же время героические дни начала изгнания Наполеона из России нашли свое отражение в башкирском песенном творчестве, в известной песне «Любезар». Какова история ее возникновения? Текст возник под впечатлением слов Кутузова, который после прочтения очередного донесения об успехах партизан радостно сказал доставившему его башкирскому Исаулу: «Любезные вы мои башкирцы, хорошо деретесь». Молодцы. Исаул передал слова главнокомандующего своим однополчанам. И тогда родился припев из искаженных русских слов «Любезенький, любезар, молодис, молодис». Настроение тех дней отражено и в стихотворении Федора Глинки, посвященного партизану Денису Давыдову. Идет за шумными французскими полками и ловит их, как рыб, без невода. Руками его постель земля, а лес — дремучий дом. А часто он с толпой башкиры, с казаками и с кучей мужиков и конных русских баб, как вихрь, как пожар, на пушке, на обозе и в ночь, как домовой, тревожит вражий стан. Французы отступали, идя по следам своей боевой славы. Правда, это их уже не радовало. Вот они вновь дошли до Бородина, только теперь с обратной стороны. И ужасающее им открылось зрелище. Мемуарист Бурганье писал: «Трупы лежали совершенно в том же порядке, или лучше сказать, беспорядке, в каком уложила их смерть в день сражения». Ледяной ужас проникал в душу солдата при виде страшных останков их товарищей. Наполеон дошел до точки невозвращения и покидает Москву в ожидании мщения. Уж более не звучат слова восхищения, сказанные им в минуту потрясения. Какая решимость, это же скифы! Теперь не хочется вспоминать Геродотовы мифы. Башкиры говорят, попробуйте сразитесь с нами. Да, скифы мы с раскосыми очами. Гонят врага, освобождают российский народ. Переходят границу, впереди заграничный поход.